Привет, друг, с тобой Эван. Мы продолжаем играть на сервере Смотр Рей, все как всегда. И как ты понял по названию по приролике, сегодня я притворился полицейским на 24 часа и немножко поиздеваемся, поугараем, либо же развеселим игроков на этом сервере. Поэтому я желаю тебе приятного просмотра, приятного аппетита, и мы начинаем. А перед началом данного ролика хотел сказать, что именно на этом сервере есть свой личный промокод Evan. Вводи его при регистрации большими буквами и получай 50 тысяч рублей, а также какой-то бонус, не помню какой, на свой баланс. Иди сдавай направо и работай на свою мечту. Так, ну как видите, пацаны, у меня в доступе есть вот такая Camry 55-я, полицейская как бы. Вот, я надеюсь, мне после этого ролика не дадут. Короче... Как я ее взял? Очень просто. Администрация решила провести МП. И какие-то полицейские решили на него сходить. И что они сделали? Правильно. Они просто оставили свой автомобиль. А как это было? Вот, в принципе, вставочка. Вот так я ее украл, можно сказать. И теперь езжу, веселюсь. И, в принципе, об этом и ролик. Самые смешные моменты, я думаю, сюда попадут. Но перед этим давайте немножко сделаем обзорчик на эту Камри. Обзор на полицейскую Камри. Я такого еще не делал. Знаешь что? Обзорчик на этот автомобиль. Это Камри 55-я. 3.5, как мы видим по глушакам. В 2.5 был бы один глушак, только слева. Вот, на номере ОМА. На всех полицейских автомобилях установлены номера ОМА, то есть МВД. И также она заднеприводная. Как бы это тупо не звучало. На N открываем движок двери. В принципе, все по стандарту. А что это за панель такая интересная? А, не видно. Там может через решейт она так отображается. Ну, в принципе, по салону сток. Ручки не сняты. Как бы у всех полицейских автомобилей нету сзади ручек. Как бы нереалистично нихера. Мотор как мотор, только заднеприводная Камри. Вот которая ебашит, дай боже. И, кстати, давайте сейчас ее замерим. В принципе, здесь, по кочкам, да и пофиг. Мне кажется, еще никто не мерил полицейскую Камри. Поэтому открываем телефон. Драги. Раз, два, три. 100, 200, 300. Немножечко не дотягиваем до 400, но на стоковом чипе так ехать, 385 Камри, то это топ. О, гражданин, что, мы оформляемся? Но перед этим было еще пару моментов, поэтому давайте сначала к ним. Ты украл машину? Нет. Да вот же ты украл, ты же не мент. В смысле не мент? Мент? Да нет, нет. Да вот же ты в куче при ней, при исполнении. Что там, мы здесь нелегалом занимаемся? Добрый день. Добрый. Да так. А хочется вышло еще. Лицензия есть? На оружие, да? Да. Да, есть. А, тогда хорошо. До свидания. До свидания. Ор, просто ор, блядь. Ебать, сколько я еду, но 380 до Камри. Просто, чел улетел. Блядь. Просто гроза района, нахуй. Прижался к обочине, блядь. И чё нарушаем? Чё нарушил? ПДД. Сорян. За ваш трафик. За что? За нарушение правил дорожного движения. Да, ты у кого машину спиздил? Я не спиздил, я работаю. Да, я так и понял. Надо какого-нибудь лотка найти. И чел такой на X5 притормозил. Я там... Хватит столько. Вам помочь? Ладно, хорошо. Мне нам не нужна помощь. Ай, помогите, а
Аварий. Что здесь происходит? Ничего, просто мускулатуру набила. Бойцовский клуб, бля. Первый бойцовского клуба, нахуй, никому не говорит в бойцов. Ну что-то плохое сделал? Товарищи, польские. Нет, нормально. Это всё, в аварии. Окей, удачи. Твоя Камри не едет, брат. Кто воздержит заложника? Я их ебану в лес ебать, вы не понимаете. А, понял. Опять вы? Да, вы, братишка. Может, заедемся? Давай, я знаю, малый хуй. Давай. Подожди, чтоб как фарс. Давай на счет три, только кто-то скажите, у меня счет закрыт. Раз, два, три. Что-то несерьезно, ребята. Да блять, фу, давай на BMW. Давай. Да хоть и на Lamborghini. Ну что тут у нас, нелегальные сделки? Именно так. Чем барышем? Наркотоне, небось. Металлолом. Понял. Металлоломом, сука. Просто все прижимаются вправо, блядь. Я представляю реально сейчас. О, гражданин, что, мы оформляемся? Конечно. Ты спиздил машину? Да почему? А где ты ее спиздил? Так кто спиздил? Я работаю. Можно с тобой покататься, да? Ну садись. Так почему сразу спиздил? Блядь, ну ты не вент. Почему? Следовательно, ты ее спиздил. Почему я не мент? Потому что ты пассивно на джигме находишься. А, да? Ну, падается, да, прикинь? А что так медленно у него? Скорость 385. Ну так я не спешу, я патрулирую. Вся хуйня. Патрулирую. А какая там статья дают за угон полицейского автомобиля? Первая статья 100 тысяч. 100 тысяч? А сколько в тюрьме? Полчаса. А. Можно каждый... хуйня, бля. Да, можно каждый день угонять. Может, устроим гонки? А потом оштрафуем, нахуй. Ну сколько можно, блин, а сколько? Вот. Все. Как настоящие полицейские, мы выезжаем на охоту. Слева нет, справа есть. Погнали налево. Что, можно будет не выходя из автомобиля, предложить ему это. Взятку? Взятку перевести на счет банка. Давай, социальный эксперимент. О-о-о. Гражданин, останавливаемся. Нам пришло в планшет, что вы угнали автомобиль. Зачем вы это сделали? Какой? Какой-то? Таксист? Я таксовал тогда, блин. Не знаю, в нашем патрульном планшете пишется, что такой-то угнал автомобиль. И метка сюда. Ничего не угонял. Не угоняли, да? Нет. Значит, это наш что-то с планшета. Чего-чего? Поехали обратно, Саня. Как устроиться к вам? Куда, к ментам? Угу. Ну на карту 50 тысяч закидываешь, можно. Запомни, брат, менты нам не кенты. АОЕ. Как бы не утопить её, блядь, жалко будет. Бля! Капец, я видео не снял до конца, ну ё-моё. И что, вы думали, что этот ролик закончится на 9 минутах? Да нет. Конечно, полицейского автомобиля не нашел, но при игре на сервере я заснял достаточно много веселых, интересных, смешных моментов, поэтому давайте их добавим сюда тоже. Подружки, подружки. Чё-чё? Станешь раком за булку с маком? Он за шоколадку. Понял. О, Эвен, здорово, братишка. Шоколадку с орешками только встану. Смотри. Меда и кунжута, и вообще огонь. Казина хули. Смотри, как надо, нахуй. Подписан. Смотри, как надо работать за шоколадку. Все, ты все что ли, блядь? Ну, блядь, скорострел, ебаный. Че там? Их толпой увезти. Нихера. Да, давайте, грузимся. Грузимся, девочки. Смотри, какой эффект у себя, блин. Спереди, оставь. Пошел нахуй на ламбе, блядь.
Услышал. Ты знаешь, как мем вот этот, бля, друг на пассажирском дал леща, а тут остановился. Остановочка на приоре, бля. К обочине не прижимаемся. Еба. К обочине не прижимайся, приор. Так ты приор или Панамеру остановили? Приора, бля. Панамеру вы что остановили? Кто такой? К обочине. К обочине прижимаемся. Старший сержант Толстолобик. Чё нарушаем? Остановитесь, гражданин. А ты кто такой? Товарищ полицейский. Какой ты товарищ полицейский? Ну, я под этим, под прикрытием. Давай. Ага. Давай, иди гуляй. На прикрытие. Отделение ФБР, Тата Сантос. Гуляй давай. Зачем нарушаете? Зачем нарушаете? Доставай наручники, Толстолобик, сержант. Да, сейчас достану. Ой, не то, блядь. Поехали. И блин, тапку в пол дал. Это неправильную парковочку сделал. Чего? Тебе надо неправильную парковочку сделать. Гуляй. Сейчас смотри, сейчас отбросит. Давай. И админам, если что, пофиг, я написал репорт. Знаешь, что я вспомнил, блядь? Фразу одного человека, оставляя автограф только на жопе. Причем так, сука, и не оставил. О, блядь. Это я сказал? А кто ж еще, блядь? Распишись мне на лбу сюда. Только на жопе расписывайся. Бля, машину спиздили, блядь. Не, ну если честно, выглядит как мувик из Нового Форсажа 10-го, так. Здорово, Эвен. Привет. Это я в тебе писал. Вот. Ты тупо один в один сделал. Нет, смотри-ка, по-другому, так что все. Да ты, конечно, прикол. Вон, челик на Мерседесе, давай подключайся, блядь. Блядь, я не могу отгадать. Тебе повторить? Давай. Тот, кто изобрел его, тот не желал. Тот, кто купил, тому он не нужен. Кому он нужен, тот молчит. Что это? Смерть подсказка. Гроб, да? Или что? Могила? Абсолютно верно, конечно же гроб. А, гроб. Скажи честно, ты загуглил или сам допер? Нет, я сам допер. Я сначала подумал слуховой аппарат, а потом ты говорил что-то за смерть, и я начал об этом думать. Так короче, брат, будешь ездить на Мерседесе, будешь угадывать. А у меня, в принципе, на этом все. Вот такой видос получился. Я надеюсь, он тебе понравился. Обязательно поддержу его лайкосом и комментосом. Напиши, например, какой момент тебе больше всего понравился, либо можешь отметиться, что ты был здесь в ролике и тайм-код себе написать. Вот. Я надеюсь, что в скорое время мы соберем какую-то банду комиков, украдем полицейский автомобиль, и это будет реально самый веселый 24 часа на полицейском автомобиле. Поэтому, чтобы этот ролик не пропустить, обязательно подпишись на канал, нажми на колокольчик, чтобы всегда смотреть мои ролики первым. Ну, с тобой был Эван, всем желаю хорошего дня, всем удачи, пацаны, и всем пока.